Итак, 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 итак. Харьков, 21 октября, 17 год. 7:25 по Киеву. Прохождение планеты Земля сквозь хвост кометы Галлея. Ариадны, или как это называется? Орионы, да? Когда радиант находится в созвездии Ориона, это как называется, метеоритный поток. Ориониды какие-нибудь. В общем, мы его благополучно профукали благодаря облачности. А сюда я выбрался, дабы протестировать вчера забранный из сервиса Sony фотоаппарат на предмет работоспособности. Восход мы тоже благополучно профукали. 7:05 он был. Мы, это я и фотоаппарат. Никаких воображаемых друзей. Беда не в дураках и дорогах, а в дураках, пробивающих себе дорогу. Это же надо, это мой афоризм. Да, я слушаю. Да, говори. Вот прямо сейчас идет запись, да, снимаю. Нет, не мешаешь, говори. В обязательном порядке. Я и тебя могу на громкую связь поставить. Не надо, не буду, хорошо. Ну давай, через 5 минут, я тебе сам перезвоню, давай. И как это эти... Так, ветер поднимается. Запись со штатива. Но штатив, будем говорить откровенно, никакейший. Покупал я его на легендарном рынке Барабашова за 90 гривен. Что такое 90 гривен? Это 3 доллара, да? На данный момент. Правда, покупал я его давненько. Да, так восход солнца мы благополучно профукали. Но зато у нас есть великолепная... Так, подожди. Это же у нас... Рядом с моим домом. Ничего б себе. Точно. Это 16-этажка. Это флаг Украины. Желто-блакитный. Как раз рядышком с моим домом. Я даже не представлял, что такой ракурс. Да, но зато у нас без восхода солнца есть замечательная возможность протестировать работу фотоаппарата. На примере облаков. Ой, какие у нас воронье летит в сторону Российской Федерации от украинского флага. К чему бы это? Да, вот и такая у нас контрастная съемка. И тебе облачка, освещенные под углом
как я красива. Ай, красота. Я не знаю, я обалдею просто. Ну что такое мыльница, которую я купил за $600? Ширеньких. Позволяют мне снимать в 200-кратном увеличении. Я подозреваю, что, обзаведясь приличным штативом, не $3, я вполне смогу снимать кольца Сатурна. Это ли не чудо враждебной техники, а? Молодцы японские инженеры. Вообще, тут, конечно, не только в японских инженерах дело. Все, кто посвятил себя оптике. Оптики, техники. Так, что там у нас? Какие могут быть до восхода солнца характерные или характерные объекты для съемки? О, подожди, вон он у нас выглядывает. Сейчас мы сожжем себе матрицу. Ну тут пошли уже тесты Роршаха. Вы видите глаза и открытый рот? Откуда у вас такие картинки? Тесты Роршаха, афоризмы, что было с афоризмами? Слова, как чернильные кляксы Роршаха. Каждый видит в них свое. Disappear. Ладно, будем искать. Да, еще есть хороший афоризм. Ну, то есть, это мой афоризм. Который нравится, соответственно, только мне. На. Эффект Доплера. Все чаще женщины встречаясь. Все чаще женщины сближаются с мужчинами, находят их синими или голубыми. Надо что-то еще придумать про красное смещение. Для комплекта. О! О! Ты моя золотая. Молодцы, сервисом я доволен. Харьковский сервис Соня. Извиняюсь за том, в котором я с вами разговаривал. Работу свою сделали, молодцы. Да с облаками даже интереснее. Контраст. Пустыне снимать, конечно, незачем. За отсутствием объекта съемки. Но удобно. Да и ветер даже стих.
Прекрасно. Ладно, подождем, пока из-за облаков солнце выскочит.